хватит здесь места. Через минуту, да, наш трамвай? Или что это? Метро? Метро получается? Да. Трамвай это не метро. Мы заплатили сколько, рассказывай людям, сколько мы заплатили? $12. $12 за раунд-трип. Куда мы выходим? Это сколько остановок? Это же не день кататься. Мы проезжаем одну или две остановки. Одну или две остановки $12, да? Ну да. Но ты можешь куда угодно ехать, потому что, ну, я так понимаю. Все, да? По идее, можем дальше проехать, просто по приколу. Потому что мы когда с Александром брали билетик, мы брали билетик на вот на ту остановку. А так как мы взяли подольше, то нам ну, чуть подольше можно. Так он аккуратненько чистит. Ну, но это пока чисто. Да. Все, это едет наш South Bellevue, да? South Bellevue наш этот. Кто? Метро, электричка, кто это? Но здесь чисто, чем в Нью-Йорке. Ну да, написано, что приезжает. Вот он, а вот он едет. Ой, я не каталась за 10 лет на метро. Метро это считается, да? Электричка, как это? Как метро. Метро это под землей же. Нет, метро же ездит же в Минске, метро наверху. А, да. Ку-ку. Ура! Да, получается, каждые 10 минут приезжает. Приезжает, да, этот трамвай? Трамвай лишь, как его, метро, что так называется? Куда мы, сюда? Чистенько, да? Сюда мы? А, билетер шел здесь. Вот сюда сядем. Сюда? Да. А я сюда сел. Я буду снимать же это. Электричку буду снимать. Ну, у тебя билеты, правильно? Да. Прикольно. И куда мы едем? Сюрприз? Круто. В середине окна рекламы. Неудобно, мне так города не видно вообще поснимать. Мне не видно. Ох, красота. А вот здесь красиво, правильно, поснимать? Класс. Под этой трассе мы только что ехали.
круто. А теперь мы на трамвайке едем. Прикольно. Трасса, да, это какая? 405. Все, вы поняли нас очень? Я не знаю, хочешь? А, ну хочешь, я не знаю, мне все равно. Пошли выйдем. Новые апартменты строят, да? Прикольно. Microsoft. Бум-бум. А то в машине сидишь, ничего не видно. Ну да, не успеваешь. Не успеваешь, да, да. Все, выходим или дальше едем? Пошли, выйдем. Выйдем, сделаю дом там. За 10 лет в Америке первый раз на метро. Я не видела. У-у-у, какой вид сразу. Вот такой вид. Прикольно. Ну, много людей здесь выходит, да? Все аккуратненькие. Да, все аккуратненькие. Бомжей нету, не едет? Нету бомжей. Я палку эту не взяла, которая стабилизатор. Я хотел напомнить тебе. И да, я забыла. Надо по ступеньке, по этому, по эскалатору, да? Прикольно, да? Тоже вот с этими, с фотоаппаратом мужчина. Окно в Париж. Да. Классно. Да, это 405-я Toll Lanes Express. Как интересно. Я как будто бы с этого, с деревни с какой-то приехала, когда никогда ничего не видела. А здесь чище, чем в Нью-Йорке, правда? Ну, там население другое. Ну, тут, да, немножко по-другому. Тут сравнивать нельзя, но все равно здесь. 8 миллионов сколько у нас в штате Вашингтон? 8? Более, да? В Вашингтоне 8 миллионов человек. Уже больше сейчас. И там можно вон встать через окошко. И кто-то нам на этой штуке вообще катается. Кто на велике приехал. Класс. О, как интересно. Красиво, да? Да. Красиво. Там уже трясется, конечно. А, это Сити Холл. Вон звезда пошла. В белом пальто. Чайкой пишут. А, это ух ты, строят как. Ух ты, как классно. Бабуля вообще с метро на велике приехала. Вон он вообще по улице поехал. Да. А тут вот так вот можно ходить. А, по всему так можно делать, как хочешь? Машина красная, а здесь зеленая. Обалдеть. То есть как хочешь, как попало, так и ходишь, да? Да. То есть ты живешь около, вот так вот прошелся, и вот сел на трамвайчик. На трамвайчик поехал, и все. Куда мы идем? Сюда. Это, наверное, какая-то компания, я так понимаю, да, вот это вот? Да, наверное. Но вряд ли это апартменты. Но все такое в стекле, стекло, правда? Да. Стекло. То стекло и то стекло. Все в стекле. Вот здесь интересно, да, сфотографироваться вот здесь? Красиво, да. Пойдем пройдем сюда. Красиво. Вот здесь сфоткаться. Классно. Красная такая, это плиточка вообще чутко, правда? Но бомжей нету, потому что здесь же эрия дорогая, поэтому здесь нет бомжей. Но тут
Сколько здесь квартира? Сколько квартира здесь стоит снять? 3500 минимум? Ну, все зависит от района. Mm-hmm. В таком, вот если ты будешь жить наряду, да? Ну, вот в таком 3500. За однушку, за студию. За да. студию, да. Вон фонтан. Фонтан, я так понимаю, да? Почему-то не рабочий. Или он пока временно? Сити-центр Белвью. А, это сити-центр. Ну, интересно, правда? А, он льется немножко, этот фонтанчик. Это что, ресторан, наверное? Это Эльганчо, только было на Ванкувере. А, Эльганчо. Это который дорогой, 150 долларов стейк? Эльганчо. Ну, 150 долларов стейк, там я запомню. Пускай сами едят такой. Вот тут красиво, глянь, как красиво. Класс. Сити, центр Белый. А, вот компании всякие разные. Вот раз, два, три компании. И стройка, и все. Что это? Сфоткай меня вот здесь вот напротив.